Какие у вас буквы? А. А у тебя, Артем, какая? У меня такая буква. Какая? А. Мы сейчас будем их красить. А почему у вас А и А? Ну, потому что мама так купила. Потому что мама вас так назвала, да? Аня и Артем. Конечно. Каждый красит свою букву. Крючочком зацепляю так. Крючочек. Вот крючочек. Я знаю. На тебе крючочек, Тём. На крючочке надо повесить все. Ну, конечно. Повешу. Вот смотри, я тебе покажу. Поглубже, да. Петелечкой надо вот так на елочку. Понятно? Понял. Папа, у меня красиво повешен шар. Да, здорово. Давай вот эти надо повесить. Ну, ладно. Я возьму. Вот на тебе. Вешай так, чтобы равномерно все было. Папа, у меня красиво. Да? Так, мы сюда его повесим. Тут же есть веточки? Они не стеклянные, они деревянные. Чего, мама, можно я возьму это? Папа. Это папа, это же мы сделали. Да, вот вешать. Вы помните? Вы тоже помните такой цветочек? Это мы с мамой делали такой красивый. В прошлом году, да? Ну, конечно. У нас такое есть, поэтому я вешаю. Да, вот смотрите, как мы. Мы берем вот так сладко даже. Да, вам сладко даже. На, Ань, снеговичка. Такой смешной. На тебе колокольчик. Папа, он же елочку берет, чтоб Новый год им наступил, да? Смотрите. На кулака. Чтобы собить. Да. Оп. Я повесила, у меня. Да, подальше, подальше. О, папа, спасибо. Вот тут, тут, тут вешай. Папа, правда, мы аккуратно вешаем. И они не разобьются. Не упадут. О, спасибо. Оп, оп. Повешу-ка. Я повешу на веточку. Сейчас, держам, вы надо заглянуть и повесить. Да, папа. А мы займемся другими. Можно, папа? Он и мило, он и мило, он и би. Эх, вот так вот. А кто сломал игрушку? Кто сломал? Я не... Кто? Это не кто я. Я. Ну я. Ладно, ничего страшного. Еще так повесим. Ну так поставим и новую купим. Раз, два, три, елочка горит! С Новым годом и с новым счастьем! Наша елочка горит!